В сентябре прошлого года мы посетили Лас-Вегас, один из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. Это довольно молодой и популярный среди туристов город, расположенный на юге штата Невада, прямо посреди пустыни Мохаве. Этот город, словно мираж, манит к себе путников со всей земли и известен тем, что люди приезжают сюда поиграть в казино. Здесь вы можете испытать себя, сыграв в рулетку и игровые автоматы, сходить на уникальные и любопытные шоу, пожениться буквально за пару часов и увидеть все чудеса мира, копии главных достопримечательностей, собранные на одной улице, в великолепном и ярком стрипе. Мы были в восторге от города, от великолепия шикарных отелей и веселой расслабленной толпы на улице. Единственное «но» – я не советую вам посещать этот город с детьми. Если есть такая возможность, оставьте их дома и оторвитесь по полной сами. Хотя мой 6-летний сын до сих пор вспоминает эту поездку и часто спрашивает меня: «Мама, а почему мы не летим отдыхать в Лас-Вегас?» «Мы когда-нибудь слетаем туда еще раз», – отвечаю ему я. «Ведь это того стоит».